В заседании приняли участие ведущие СМИ Германии и России. В числе делегатов от нашей страны представители общественного телевидения России, российской газеты, фонда Всемирной ассоциации русской прессы, а также газеты «Петербургский диалог». Это официальная газета одноименного форума «Совместное издательство России и Германии». В сегодняшнем заседании приняли участие и члены общественного совета города Сочи, в их числе местные и краевые депутаты, общественные деятели. В ходе дискуссии за круглым столом участники попытались ответить на вопрос: «Европа – общий дом, почему уходит эта тема из СМИ и жизни?» Мы обсуждаем, может быть, далекую как бы тему от нашего замечательного города, но она такая, которая любого касается. Почему все меньше и меньше становится обмен между представителями общественности и просто людьми, обществами, между Германией и Российской Федерацией. Этот поток туристов, кстати, иссякает в Сочи, совсем единицы из Германии. Раньше ведь очень много было. Задача журналистов обеих сторон, отметили участники заседания рабочей группы СМИ форума «Петербургский диалог», внести вклад в дело сближения двух народов. Поэтому в ходе визита на курорт планируется ближе познакомить гостей с культурой и традициями города Сочи и Краснодарского края. Так, в субботу запланирована поездка на агротуристический комплекс «Ферма Экзарха» и другие экскурсии по достопримечательностям курорта. Ну а сам форум «Петербургский диалог», уже 16-й по счету, пройдет в конце ноября в Берлине. Редактор